В эфире «Арктик ТВ» теперь можно увидеть интервью и обзоры концертов, которые дают известные музыканты в Мурманске. Видео любезно предоставили участники проекта «Реальный регион». О том, кто станет фронтменом первого выпуска, расскажем далее. Стартовал второй сезон проекта «Реальный регион». Его открывает группа, известная каждому, кто вырос в 90-е. Мое сердце, мое сердце, мое сердце, мое сердце. Это вам не тима белорусских с аудиторией маленьких поклонниц. На сцене настоящая легенда русского рока. Я его с таких лет знаю. Лично? А где познакомились? В Санкт-Петербурге. Круто. Поэтому я хочу, чтобы было жарче. Про «Орбит без сахара», девочку с глазами из самого синего льда и вашу безграничную любовь к легендарным музыкантам. Как бы спел Стас Михайлов, но, к счастью, мы сегодня были на концерте легендарной группы «Сплин». Проект «Реальный регион» теперь и в эфире «Арктик ТВ». Ближайшие выпуски программы можно увидеть в пятницу в 20:15 и в субботу в 23:15. Мы становимся свидетелями самых ярких событий. Именно поэтому сегодня мы выскочили на встречную полосу.